Всем привет, дорогие мои подписчики и зрители моего канала. Сегодня снова с вами Басон, и сегодня мы продолжаем прохождение игры Medal of Honor Airborne. Сегодня с прохождением последней миссии, это зенитная башня. Давайте начнем ее. Очередной брифинг с багом, который до сих пор не исправили. Thus far we have mastered our enemy at every turn, but there is one target that refuses to fall. Our objective? This monstrosity called the Flak Tower. It's a city unto itself, the enemy's last bastion of defense. Our bombers have been unable to destroy it from above. We must first take out its defenses. There are several AA emplacements positioned on the roof. All guns must be destroyed. Enemy armor patrols the ground floor entrances. Once the area is secure, get inside and figure out how to bring it down. We are dropping engineering teams to the main assault force. They will move to set up demolitions as the tower is cleared. You are to assist them in any way possible. Apart from that, you'll have to play it by ear. This mission will be the final test of your skills and courage. I've never seen the airborne quit, and I don't expect. Так, зона высадки 3. Наверху башни, где-то серединки и внизу. Давайте начнем. Так, основное у нас оружие. Возьмем СТ-шку. Здесь, наверное, Спрингфилд. Покачать его. А, пистолет, хрен с ним. Выходя из-за облачной гряды, мы видели трассеры со всех сторон, летящие к нам. Стоял ужасный шум, как будто летишь сквозь град. Радист Роджер Эйркут. Сейчас будет не только гуд. Сейчас будет фантастиш. Нет, это салют в честь нашего прибытия, ё-моё. Десантировался преждевременно. Калабанга. Давай! Так, вон там еще зенитки. Давай, вот туда, давай. Оба-на. Да хрен с ним, брежная, небрежная. Опа, там гранатометчик. Да ладно. Готов. Круто. Ну, пускай что-нибудь еще здесь есть. Там еще один. Да ладно, не убить его с винтовки. Сам ж себя накрыл. Или нет? Да ладно, вы что, шутите? Ух ты! Там еще один. И где он? Сдохни, скотина. А, вот ты где. Разнесло голову. Так, патрончики. Птички. Так, здесь, наверное, скорее всего, уже пора вот так вот.
Так, малыши, спать. Команда спать была для всех. Минус. Тихо-тихо подошел. Расстрелял и дальше пошел. Еще один. Да ладно. Мужики, где этот? Что, так и бегать, что за ним буду? Ну, гранатомет. О, а я может так разнести. Где там еще две? Так. Он еще от радости, что ли, так улетел? А там что у нас? Откинул, мужик, тебя. Все, что ли? Да ладно. А я-то думал. Веселье. Ладно, погнали. Лос. Да, блядь, ты хули ты лезешь под патроны свои же? Иди сюда. Чё-то я не понял, ты куда делся-то? Оригинально. Сам что ли убился? Так, что у нас здесь? Перчатка. Здесь патрон. Ну, патрон пока есть. Так, что у нас тут дальше? Сколько же у вас там еще-то? О, граната же еще есть. Так, консервы вскрыты. Ну, собрался. Только умирать. Так.
Ух ты, ебать, там пролетает, а? Ебать, срачильник летит там. О! Мужик, стоять, куда пошел? Пулемет, давай, гони. Подзорвал. Куда собрался? Дятел. Так, у нас это первая идет или какая? Так, а вон еще одна. Одну пропустили немного. Так, погнали. Готов. Стоп, а я что забыл? Здесь это кое-чего валяться должно. Так. Тут же был гранатометчик. А где его гранатомет? Да ладно, что, просрался, что ли? Зашибись. Такая игрушка и потерялась, а. Сам на гранату полез, я не заставлял. Ты тоже. Твою мать, а? Засек. Лежи и не вставай. Ура! Всем по сраке надавали. Так, взрываем у нас еще одну. Что у нас здесь есть? О! Что тут? Взрывчатка. Как раз гранаты не помешали, так сказать. Патронов дофига. Так, где у нас тут ход на счастье? Вот здесь, по-моему, да? Или нет? Нет. Чуть дальше, значит. Вон аптечки подваляются. Чё-то я куда-то не туда залез. Let's go!
ты же бабушка, накидывается сколько. Ну-ка, 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 сдохни, все. Ты чё тут стоишь? Не уйдешь. Так. А где тут еще был? Промеж зубов. Так. Все здесь. Пошли вниз, гоняем. Тан-тан-тан-тан. Ух, ё! Почему мне не дают пулемет, а? Поработаем лифтером. Так, давай, давай, давай. У меня водка стынет. Ух, ё! Кто-то подлетел. Да ладно. Мне не жалко. Вот как того говнюка найти? Где он там? Ракетчик хренов. У меня сейчас спринтер есть. Забыл. Я не успел. Ладно. На тут фейерверки. Есть, готов. Малыш. Лежать бояться. Стоять и сраться. Как это так? Ну-ка.
стоял в упор через эту стенку. Как же так? Спи, блин. Ну, все, готов. Ёкарный бабай. Ну и весело тут. О, пусть. Так, где там были аптечки? Надо сходить подлечиться сначала. Так, туда. Там какой-то еще выход. А что, здесь внизу? Снайпер. Вообще тема. Так, посмотрим, что у нас там дальше есть. Они сейчас с Томпсоном бегают половина. Так, здесь туннель у нас. Угу. Так, здесь что? Взрывчатка. Здесь что? Патроны. О! Игрушка номер один. Ох, как красиво, пятерых сразу. Минус еще один. Чё? Прокачался гранатомет? Там кто-нибудь есть? О, да, есть. Все? Или нет еще? Готовы. О, с собой можно взять. Зашибись, тема. Так, ладно, здесь мы уже поигрались. Так, пошли. Ну, конечно, пятерых с гранатомета это жестоко. Так, теперь нам надо вниз. Где еще гранаты не прокачанные? Так, патрончики. Ну-ка. Там вообще никого не осталось. Это где там, за стенкой что ли это? Да сдохни ты уже. Чё, всё? Так, пульты мы сломали. Так, теперь следующая задача какая у нас? Уничтожить... Подожди, зенитки. Осталась одна. Какую-то зенитку я не уничтожу, что ли? Ну-ка, сходим обратно. Так, я же вроде все зенитки взорвал.
Так, мне наверх надо. Да ладно, зенит какой-то пропустил. Чё, серьезно? Ох, блин, закрыто. Где же здесь выход-то? Да вроде все разломаны. Хотя, блин, одну-то оставил, забыл про нее совсем. Вот кругаля-то давать пришлось. Так, осталось, получается, внизу всю шваль перебить. Так, не сюда. Так, вниз. Вниз, вниз, вниз. Вот это кругаля давать приходится. Так, нам туда опять. Или нет, нам вниз наоборот. Так. Вот это беготня. Так, патроны собрал. Теперь куда у нас там было? Сюда. Так, у нас здесь что-то было. Опа-на. Кто там у нас? Да, трупана. Ну-ка, что тут у нас? Что за нафиг, а? Так, готов. О, так можно пострелять всех внизу. Ядрен батон, это кто ж тут по мне так? Ты что ли? О, тут еще вроде что-то здесь бегает. Так.
Угу. С испугу, что ли? Чё там, где вы? Не заглядывайся. Чё, всё что ли? Зашибись, позиция. Залез сверху, всех расстрелял. И пошёл дальше. Так... Иначе нам нужно куда-то вниз. Где-то вроде лифт был. Так. А, вот лифт. Винтовку так и не прокачал. Ух ты! Сдох. Enemy armor and supporting snipers have been sighted on the ground floor outside the tower. Instructions are to destroy the tanks and secure the entrance. Так, обезопасим себе. Чё, всех? Да ладно, наш. Откуда там вылазить-то, мать вашу, а? Вас чё, бронетранспортер рожает, что ли? На радостях, что ли, выпрыгнул? Ну-ка, их взорвать можно? Не, не взрываются. Ну и ладно. Так, остался один где-то здесь. Все, что ли? Все, что ли? Что теперь? All airborne units. The main control room is now accessible. Advance to that location and engage the enemy. Так, на четвертый этаж.
Так, спрячь скорее за ящики. А то хрен знает, что нас там ждет. Наверху вечеринка и без меня. Ну, вылези. А, вон он сидит. Свали ты отсюда, мудак. Готов. Вот это да. Висели здесь точно. Твою же мать, а? Да ну нахрен, сколько ж вас там будет? Вот долбоёбы.
все. Да не все. Малыш не хочет умирать. Готов. Все. Кстати, а что там, непробиваемая, что ж задница? Так. Что у нас следующая задача? Присоединиться к инженерному складу боеприпасов. Задачи-то все увеличиваются. Так, и где этот склад боеприпасов, интересно? Он внизу должен быть. Если я, конечно, правильно понимаю. Так, склад должен быть, значит, появляться внизу. Или где он? Куда это я должен туда пойти? На складе боеприпасов. Куда это я вылез? И нахрена я вообще сюда вылез? Так, здесь вроде это аптечка, что ли, была? Или мне показалось? Ладно, а вот они, аптечки. Ну и где же этот склад теперь искать? Не тут ли где-нибудь? Да нет. Ладно, посмотрим.
Значит, наверху получается, что ли? Ну, такие гранаты есть даже еще. Ну ладно, пойдем наверх. Там мы были. Так, пойдем наверх. Здесь ничего нету. Так, тут мы были. Да, были. Значит, еще выше поднимемся. Да хоть указывай, на каком этаже, куда, вверх, вниз. Скорее всего, на этом лифте надо подниматься. Надеюсь, на этом этаже. Ну и где же эта хрень? Ну и куда мне идти? Так, подождите. Никак не показывает. Придется искать тогда. Может, вообще наверху где-нибудь? Наверху, может. Как вариант, кстати. Вообще, где они должны быть-то, ё-моё? Сейчас это подо мной. Блин, ну куда же тут бегать-то? Ну-ка еще раз вниз слазить. Хранилище боеприпасов.
Должно быть, получается, внизу, потому что поставляется боеприпас снизу. То есть мне надо спуститься вниз. Может, здесь где какая хрень есть спуск? Мы вроде здесь были. Хрен поймешь, куда идти, зачем. А, вот. Ё-моё. Зашибись. Ничего не видно, не знаешь, полбазы оббегаешь. Ну давайте, погнали. Бежим, бежим, бежим. Ядрит твою, сколько ж вас там? Сдохни тоже. Фух, хватило. Только не говорить, что там еще такие же. Выжил. Слава богу. А вот это уже не слава богу. Что, потерялся сколько? Сдох. Неужели?
Кто тут стрелял? Так, где тут еще? Хрен с вами, блин, задолбали. Я сваливаю к черту. Валим, валим, валим. Чё, всё? Какой фейерверк-то? Красивая картина. Особенно учесть, что нашу задницу хотели завалить. The dedication and supreme sacrifice exhibited by these soldiers makes me proud and honored to be a member. Типа мы все победили, все, наконец-то. Конечно, зашибись, здесь врагов дофига, и пулеметчики, и гранатометчики есть, и обычные штурмовики. Попотеть здесь придется, конечно, чтобы такую башню пройти. Еще когда убегаешь, я думал, там просто бежать на скорость вдруг взорвется, как там в четвертой, что ли, в пятой миссии было. А здесь прям можно, оказывается, было и не бежать. Но игрушка, честно скажу, сложнее, чем нынешние игры в большинстве. То есть сейчас легко можно убивать, а видите, здесь прям оружие неточное, то есть попасть в голову тоже проблематично. Отдача сильная, то есть нет такого, как в современных играх, отдачи практически нет, то есть она гасится. Игра достойна своего внимания, чтобы ее пройти еще раз, в принципе, если кто-то проходил уже, еще когда она вышла в 2007 году. Я, в принципе, прошел ее с удовольствием. То есть вспомнил, как говорится, старину свою, тряхнул ей. Ну, на этом мы заканчиваем прохождение игры Medal of Honor Airborne. У нас пройдена последняя миссия «Зенитная башня». Всего их 6. Как видите, игра русифицирована, только тексты, у меня стимовская версия. Ну, я думаю, на этом закончим. Ждем дальнейших видео по другим играм. Оставляйте в комментариях свои пожелания, какие игры хотели бы вы видеть на моем канале. Ставим лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо и удачи, всем пока!